клубе ждет знакомство всех и каждого с таким словом, которое, возможно, пугает там некоторых. Некоторые с ним знаются. Это транс. Это состояние, ну, всем знакомо, все могут им пользоваться, все им пользуются постоянно, но люди про него постоянно забывают. И в результате жизнь идет отдельно от них. То есть они не управляют своей жизнью, практически не управляют. Вот. И на самом деле на клубе, каждый клуб это будет транс. Каждый клуб это будет транс. Каждый клуб это транс. Пришли, 10 рублей дали, получили какую-то информацию, которая прояснит у вас в голове, что есть транс, и что это такое, и что можно с этим делать. Вот. И просто транс. Вы будете ловить транс, вы будете каждый клуб трансоваться. В результате это станет вашей жизнью. Вы будете находиться в трансовом состоянии, где есть доступ к любой информации. Там, как их там, астралы, эфиры, ноосферы, хроники Акаши, еще что-нибудь. Но главное, вы будете иметь доступ к своему подсознанию, к своей интуиции, которая приведет вас на верную дорожку вашей жизни, тропиночку. Вы будете... Все знают, что интуиция никогда не врет и подсказывает самый легкий путь. И вы будете находиться все время в трансовом состоянии и слышать свою интуицию. Вот это основное назначение, наверное, клуба для вообще всех людей. Всех людей, потому что психотехники, целительство, там еще какие-то, оно не... Ну, это для избранных, кто-то хочет исцелять. На самом деле 99% людей, они хотят просто, блин, узнать, что им делать в своей жизни, куда им двигаться. Потому что они, в конце концов, открывают глаза, смотрят, они посреди бескрайнего океана, в какую сторону плыть, может подсказать только интуиция. А чтобы получить к ней доступ, нужно растрансоваться. Растрансоваться – это просто обычные тренировочки. Клуб – это тренировочки по тому, чтобы ваша жизнь и транс стали одним целым, одной целой сущностью, чтобы вы находились в единении сами с собой, одним целым, скажем так, и понимали вообще, что с вами происходит в этой жизни. Вот такая идея. Я сам через это проходил, я айтишник, я логик, я математик, я аналитик, я просто применил обычные... То есть просто грузился. Я не знал, зачем это использовать, как. Я просто трансовался, грузился. И догрузился до такой степени, что сейчас я чувствую, куда мне идти, что мне делать, как мне выйти дальше. И при этом побочный эффект – это улучшается память, улучшается анализ каких-то жизненных ситуаций. То есть, вот. Просто ты знаешь, как жить, и что происходит в этой жизни. И, как уже было написано, что когда это происходит в твоей жизни, и ты вот так раз понимаешь, что все ты делал верно, и все прекрасно. Ну, это чудо. Это чудо. Это большое чудо. И это достигается очень быстро и очень просто. Не нужно заморачиваться, не нужно включать слишком много аналитики, мозгов или еще. Это просто. Это просто делайте. Просто приходите, делайте. Вы платите за то, чтобы ходить на английский язык раз в неделю, учить его несколько лет, 3 года ходите и платите деньги только для собственной самоорганизации, хотя английский язык можно выучить за месяц или 2. Просто для того, чтобы самоорганизоваться. Приходите на клуб для того, чтобы самоорганизоваться во всей жизни, а не только в английском языке.